Ладно, возвращаемся в бой с новым курсором. Все, поехали. Опять напоминаю. Учим все шаг за шагом. 16 пунктов достаточно уже для того, чтобы проходить собеседование для работы. Окей, давайте play сыграем. Так, буду его прятать максимально. Разберем клиент-серверную архитектуру. Помните, в прошлый раз я рассказывал, что у нас с клиента, с мобильного приложения, либо с веб-сервера куда-то уходит запрос. Куда-то на сервак. Вот мы резолвим сначала DNS-имя, узнаем, на какой IP-шник нам отправлять запрос, а потом отправляем запрос куда-то на этот сервак. И на этом серваке, в самом простом случае, там лежат просто файлы. То есть, как вот я нарисовал когда-то Миша полтора года назад. В самом простом случае на сервере лежат файлы. Запрос статических файлов. Допустим, если вы ко мне на блог заходите, это самый простой сайт. У меня на блоге просто HTML-страничка вам отдается. То есть, грубо говоря, один файлик плюс там какие-то стили. А? Одностраничный. Да, да, обычный одностраничный с минимум функционала. И с мобилки либо с веба вы заходите, отправляется запрос на сервак. Сервак принимает запрос, знает, какой файл у него спрашивают, допустим, какую статью, и отдает файлик с этой статьей. Статьей. Немножко сложнее вариант, это когда у нас уже какое-то приложение, которое хранит что-то в базе данных. То есть в этом случае у нас просто на серваке хранятся файлы, а в этом случае у нас есть сервак и у нас еще есть база данных. В базе данных могут храниться те же статьи, могут храниться данные о пользователе, то есть все, аналитика, абсолютно все. Но опять же, если мы рассматриваем просто какой-то блог, сайт, то будут храниться статьи, будут храниться комментарии. Иван, кстати, мне комментарий один оставил под статьей. Мне пришло, email пришел, Иван оставил комментарий. Комментарии, допустим, лайки к статьям. Это тоже в таблице, в базе данных будут храниться в отдельных таблицах. Окей, что здесь происходит? Уходит запрос. Так же самое на сервак. Сервак получает запрос, и сервак, обрабатывая запрос, он понимает, что данные хранятся в базе данных, делает запрос на базу данных, тоже по определенному протоколу, и база данных возвращает данные на сервак, а сервак, в свою очередь, возвращает данные уже клиенту. То есть максимально понятно. База данных. Представьте себе, что база данных — это просто такой же сервак, как я вам говорил, что сервак, представляете, ноутбук без экрана и без видеокарты, а базу данных представляете ноутбук без экрана, без видеокарты. Так, что это? Attention. И там хранятся данные. То есть база данных — это тот же сервак. Просто SSD-шник там классный. SSD-шник очень классный, очень большой и очень стабильный. И обычно база данных размещается на серваках, у которых стабильное интернет-подключение и максимально стабильное электроподключение. Как правильно сказать? Питание. Во, максимально стабильное питание. Хорошо. Рассмотрим то, что я вам сейчас говорил, на примере конкретного запроса. Мы заходим на сайт и видим форму регистрации. В форме регистрации мы видим имя, пароль и email. Вводим три поля, нажимаем кнопку ОК. Что происходит дальше? О, это, кстати, можно нарисовать. Так, раз, два, три, четыре, пять. Сейчас не потерять мне микрофон. Так, это мы даже нарисуем. Потому что пока я рисую, оно вам, я думаю, лучше зайдет. Окей, у нас уже есть наша форма. Класс, с прошлого раза осталось. Да, у нас есть email, имя и пароль. Пароль будет с глазиком. И кнопка такая большая. Ок. Ок. Зарегистрироваться. Да-да. Маркер потолще, он перманентный. Перманент, короче. Да, и плохо будет рисовать. Может, я синий возьму. Ну, сейчас будем смотреть. И у нас есть. И мы нажимаем кнопку ОК. Помним опять. DNS resolved нам IP сервака дает. И мы на этот сервак отправляем запросик.
Обычно это HTTP-запросик, потом мы разберем, что такое HTTP, HTTPS, немножко позже. Отправляет запросик на сервак. Сервак, давайте я сделаю ромб. Чикс. Вот так. И буква S. Сервак. Вот эти данные с этих полей отправляются в запросики. Один запросик летит. И запросик выглядит так, как «зарегистрируй меня, пожалуйста», по-простому. Зарега вот этого пользователя. Что делает сервак? Смотрим, у меня на схеме. О, перекрыл, да? Отлично. Сервак отправляет запрос в базу данных. Спрашивает. Нет, первое, что делает сервак, он проверяет валидацию. Он проверяет, что имя не пустое, email не пустой, пароль не пустой и пароль больше, чем там, не знаю, 8 символов, email совпадает по формату, это проверяет сервак. То же самое может проверяться и чисто на клиенте до отправки запроса. Но то же самое еще раз обязательно валидирует сервак. Он проверил валидацию, потом сервер что делает? Он отправляет запрос в базу данных, буду синим. Отправляет запрос в базу данных и у базы данных спрашивает, такой email уже зарегистрирован? Если база данных отвечает, да, у меня уже здесь лежит такой email, то сервак отсылает ошибку. Такой email уже существует, и нам здесь показывается сообщение, такой email уже существует. Красного маркера жалко нет. В случае, если сервак отправляет запрос в базу и спрашивает, такой пользователь уже существует, база отвечает нет, такой записи у меня нет. Тогда сервак, это первый запрос, пошел проверить, есть ли уже такой пользователь. Второй запрос в базу пойдет, это уже на сохранение пользователя. База отвечает, окей, я сохранила твоего пользователя, и тогда сервер, база отвечает обратно, я сохранила, и тогда сервер отвечает уже на клиент, сообщение, успех, ты зарегистрирован. Ну, еще понятно, мы можем здесь добавить, что на email уходит письмо, провалидируй свой email. Еще куча всякой логики может быть завязана, но в самом простом случае это так выглядит. Запомнили, да? Валидация на фронтенде полей происходит, resolving, если провалидированы поля, все окей. Идем дальше, resolving IP доменной, короче. Узнаем IP-адрес на DNS-серваке, отправляем на наш сервер, на бэкэнд. Да, кстати, вот это фронтенд, вот это бэкэнд. Помним, да, в прошлый раз разбирали? Ну, я думаю, все знают. Вот. И вот такое происходит общение с базой данных. Окей, немножко порисовали, посмотрели красиво. Опа. Так, Женя, надеюсь, я тебе не все там за... Нормально, да? Окей, в принципе, то же самое я здесь описал. Сначала спрашивает пользователя. Если пользователь не найден, ошибка. Если пользователь найден, то мы отправляем второй запрос на базу. Создай, пожалуйста, пользователя. То есть, опять же, база данных — это такой же сервак. Я себе представляю, сюда SSD-шник лежит какой-то отдельно. Окей, следующее. Это я пример показываю с запросом на логин. То есть в следующий раз, когда мы заходим на сайт, и наш пользователь уже есть в базе данных, мы вводим email, вводим пароль, отправляем запрос на сервак. Сервак стучится в базу данных, вытаскивает пользователя по email. Сервак валидирует, что с базы данных у нас также тянется пароль. То есть мы в базу закидываем такой, о, смотрите, мячик не просто так сделал, Ваня, лови. Я Ваня как база, но он такой, ну, здоровый у нас. Ну, на воротах, да. Я, получается, клиент, я Ване отправляю запросик. Ваня сервер, да. Я клиент, я Ване отправляю запросик. Ваня, вот тебе email, пароль, залогинь меня. Чикс. Что делает Ваня? Я тебе второй брошу. Смотрите, первый запрос не дошел. А, это уже в датабейс пошел. Не, бывает такое, что запрос может где-то по тайм-ауту отлетел. Ну, короче, сервак не ответил. Вот. Окей, я еще раз. Я клиент, отсылаю Ване серваку запрос. Руки, да. Оп.
Все, отлично. Что делает Ваня? Ваня отсылает, допустим, Алексею в базу данных, спрашивает: Алексей, у тебя есть пользователь зарегистрирован по этому эмейлу? Я быстро это делаю. Легонечко. Хопа, отлично. Ну, ну, допустим, мы поверим. Спрашивают у Алексея. Да, спрашивают у Алексея, есть ли такой пользователь у тебя в базе данных по этому эмейлу. И Алексей говорит: есть такой пользователь. На тебе этого пользователя, эмейл, имя и еще и пароль. Он тебе все это возвращает. Ты как сервак проверяешь. Пароль. Пароль правильный, тот, который я тебе дал. Ты уверен? Да? Но тебе еще на самом деле, так, вам закидончик на будущее, тебе еще нужно дешифровать пароль. Да, он, у него пароли в зашифрованном виде хранятся. То есть ты дешифруешь пароль, decipher, да, правильно? Декод. Ну, encode — это мы закодировать, декод — раскодировать. Decipher или декод, задекодировал пароль, я тебе пароль, грубо говоря, в чистом виде отдал, ты сравнил значение, если пароль совпадает, ты мне отсылаешь... Все четенько. Хопа! Не-не, все четенько, видишь? Как сказал. Если пароль не совпадает, ты мне присылаешь, что... Сорян, пароль неверный. Если ты отослал у Алексея, спросил: дай мне такого пользователя по этому эмейлу, Алексей тебе говорит: вот так, дулю с маком, то ты мне отвечаешь: такого пользователя не существует. Можно небольшой вопрос? Вопрос можно. Если... Как серваку, как клиент серваку, да. Да, если, например, я вот... Сервак привата, хорошо. И есть три попытки. Как оно тут происходит, что типа ну, с третьего раза типа все? Хорошо, давай отвечу. Ну, да, я простой случай вам говорю. Оно сохраняет. Первую попытку ты неудачную делаешь, потом ты то есть первый раз пароль неправильно ввел, потом ты мне отвечаешь как клиенту, что сорян, пароль неверный, у тебя еще две попытки, и берешь и сохраняешь мой номер телефона либо email Алексею. Алексею говоришь: Иларион в такое-то время уже делал попытку логина. Алексею, ну, в базу данных. Понятно. Ну да, ну вы уже так, абстракция у нас. В это время логина Алексей уже пробовал залогиниться, у него неправильный пароль. Потом я еще раз тебе бросаю: давай, я там дату рождения мамы, наверное, регистрировал, пароль вводил. Попробуем. Чикс. Ты опять у него спрашиваешь. И так вот, когда на третий раз я неправильно ввел, а ты уже у Алексея спросишь, сколько раз он пароль тот неправильно ввел и в какой промежуток времени. Ну, там логика может быть максимально разная, но я, в общем, рассказываю простой вариант. И тогда ты мне уже скажешь дулю с маком. А потом я зайду через там, час или вообще не зайду, мне нужно будет только через саппорт связаться, чтобы они в базе данных что-то поправили, да, я как-то провалидирую, что это на самом деле я. Блок в базе, да. Почему данные не хранятся в серваке обычно? Потому что если сервак перезагружается, все данные, поехали, да. То есть на серваке может какой-то хэш храниться, кэш, либо на серваке могут файлы храниться. Допустим, какие-то картинки, что-то такое. Обычно это еще есть отдельный сервак там для картинок, отдельный сервак для того, да. Ну, по-простому, на серваке прям могут у тебя, как в папочке, хранится файлы, и ты просто мне их будешь отдавать, если я тебя буду просить. Но никакая информация о пользователях обычно там их не хранится. Конечно, мы можем на один сервак поместить и базу данных, и сам сервер, бэкэнд наш, логику. Но так обычно не делается. Ну, то есть это какой-то самый простой, не знаю, какой-то pet project или что-то очень простое, банальное. Окей. Все, поэтому понятно. Ну, следующее я разбираю тут. Так, что у нас по времени? Хорошо, отлично, успеваем. Потом, когда я залогинился, Ваня мне, кстати, выдал там токен какой-то, зашифровал. То есть я не просто так залогинился, а он проверил, что мой email есть в базе данных, проверил, что мой пароль совпадает, то, что я ему дал, с тем, что ему база данных вернула, все совпало. И Ваня мне сгенерировал крутой токен. Токен — это просто такая вот строчка, давайте я вам сейчас, не знаю, любой токен покажу. Да на любом сайте, я сейчас зайду, я найду. А ну, профессионалы, куда смотреть, Димон, куда?
В application, да. Application, куда-нибудь куки, там, либо какой-то session storage. Не, видишь, session storage ничего нету, application тоже нет. Значит, есть local storage. У них тут все в local storage, да. И токен выглядит, о, видите, прям написано токен. Токен. Токен выглядит просто набор каких-то символов, там что-то зашифровано. Непонятно что. Разные есть методы создания этих токенов, то есть энкодинга, шифрования. Разные есть методы авторизации, мы их тоже позже разберем. Просто представьте мне, что Иван закодировал мне какой-то уникальный токен и выдал мне этот токен. Токен может выдаваться на какое-то время, что ты потом пытаешься через 2 часа на сайт зайти, а он тебе говорит, нет, залогинься еще раз. Либо токен может выдаваться навсегда. То, вариаций очень много, очень много. Представили, Иван мне, я запрос отправил залогиниться, все вот это произошло. Иван мне возвращает какой-то токен, и все, с этим токеном я могу делать последующие запросы. То есть следующие запросы, которые я буду отправлять на сервак, я буду в прибавочку, где мой шарик? Ну, короче, вот так отправлять условно. Да, а то мы сейчас начнем опять бегать вот это. То я буду еще прикреплять к этому шарику токен, к этому запросу. Куда я буду это прикреплять, мы потом рассмотрим, как можно подменить токен, там, посмотреть, какой токен отправляется на запрос, мы рассмотрим позже. В простом случае, прикрепляем еще токен к запросу, я отправляю Ивану получить пользователей, get users. Либо давайте, мы, если мы заговорили про мой блог, получить список статей. То есть вот этот вот списочек, я отправляю запрос уже с токеном. Если я залогинился, бум. Иван проверяет токен мой нормальный, тот, который он мне шифровал, либо какой-то другой. Если какой-то другой, он мне говорит, дулю с маком, ты не авторизированный пользователь, пока. Если токен нормальный, совпадает, то Иван спрашивает у базы данных. База данных, дай мне, пожалуйста, список всех пользователей, либо там всех статей сайта. И база данных возвращает Ивану, а Иван уже список статей мне возвращает. Вот это я здесь и описываю. То есть get users, получить пользователей с токеном. Так же самое там, да. Слушай, я сейчас даже вот... О, здравствуйте. Жетон, значок, признак, да, примета, да. Талон. Всего, видишь, талон, не... талон на пропуск. Талон, пропуск. Ну да, ну просто нет такого аналога слова на рус. Ну, не знаю. Англицизм, надо говорить толком. Да, да, да. Ну, то есть то же самое, что ты URL не переводишь, DNS ты не переводишь. А, окей, определение. Токен, даже не знаю, будет ли в Википедии определение токена. Ключ. Во, отлично, спасибо большое. Токен — это ключ. Иван мне выдает какой-то ключ, потом я с этим ключом отправляю запросик в базу, чик, мне вернул список статей. Все классно. Это я вам самый простой вариант рассказываю. То есть понятно, если кто-то сейчас, я думаю, если какой-то сейчас профессионал захочет видос посмотреть, он такой скажет, ну ты, Ларион, конечно, упрощаешь. Потому что в реальной жизни оно намного сложнее. Но зачем вам намного сложнее? Вам надо то, что вам в реальной жизни пригодится, либо на собеседовании пригодится пройти собес в контору. А вариаций вот этого, что я рассказал, очень много. Но логика всегда одна и та же. Выдается какой-то токен, на время, не на время. Есть там перезагрузка токена, всякие, та же двухфакторная аутентификация может произойти. Ой, много чего. Окей. Смотри, я могу сохранить этот код и написать, допустим, токен для такого-то сайта. И просто, когда я буду уже входить в него, я отправляю запросом этот токен, правильно? Да, ну, можно, если, можно, допустим, можно, да, я сейчас объясню, да, можно взять, если у вас есть доступ к какому-то браузеру соседа, то вы можете зайти в браузер и для определенного сайта в этом браузере стырить там его токены. Ну, мы это позже рассмотрим, кстати, в темах, вот этих вот темах. А, где? Кэш, куки, local storage. Куки, local storage, мы с вами рассмотрим, что это такое. То есть, да, действительно, можно стырить эти токены. То есть у него есть премиум аккаунт. У него есть премиум, да. Я зашел, стырил токен. Да, и... да, но проблема. Да. Есть проблема, да. А, не, да. Не, на нормальных сайтах просто этот токен... Не, не долго живет, да.
за expiry, а? Он недолго живет, да. Он недолго живет, он постоянно, да, постоянно обновляется. Я тебе отсылаю, допустим, ладно, мы не будем сейчас усложнять. Да, мы сейчас чуть-чуть не туда лезем, это может за кофе расскажу. Да. Но токен можно всегда получить. Да. Нет, ты просто говорил, что может не всегда можно токен получить. Ну, это куки есть, по сути. Ну, куки, local storage, да. Да. То есть ключ всегда можно получить, мы всегда можем узнать, какой запрос у нас уходит с браузера куда-то, непонятно куда. И мы это все... Ну да, нужен доступ к браузеру соседа, да. Ну, опять же, на нормальных сайтах обычно это не получится. Либо получится у тебя стырить токен, там 10 минут попользоваться сайтом, и потом... Да. Но не всегда тоже. Иногда можно стырить просто такие классные токены, которые тебе потом этот сайт сам будет обновлять. То есть там есть обычный токен, а есть refresh токен. Refresh токен, он живет дольше, он не обновляется каждые там 10-15 минут. Он дольше живет. Ну, ладно, это мы чуть-чуть в сторону отошли. Все, давайте возвращаемся. Поехали. Окей, что у нас было? Так, как тут мне браузер вернуть? Запрос к серверу столько. Что? Запрос к серверу столько. Да. Вот, хорошо. Это мы все разобрали, полетели дальше. Так, сейчас я вам такую классную диаграммку покажу. Я вам не буду говорить, на каком собеседовании это мне дали, потому что мы это уже обсуждали. Это просто вам показать, как обычно выглядит... Ну, необычно выглядит. Просто немножко уже усложненный вариант того, что я вам рассказывал. Я вам рассказывал, всего три звена было. Первое звено — это клиент, это мобилка либо веб-приложение. Второе звено — это сервер, который принимает запросы. И третье звено — это база данных, где хранятся данные. То есть всего лишь три звена. Максимально просто. Но... Посмотря на вот эту диаграмму, ты уже такой думаешь, так, подожди, что, зачем так сложно? Это меня просили задизайнить, если я не ошибаюсь, Uber Eats, типа Glovo. Задизайнить, ну это буквально вот за 20 минут, там пока тебе объясняют задачу, пока вы там кофе выпьете. И потом 20 минут мы вот это что-то дизайнили, обсуждали, рассказывали. Здесь что есть на этой диаграммке? Есть приложение драйвера, есть приложение кастомера, админ приложуха. Вот эти значки — это балансировщики для вас, load balancer, то есть балансировщики, которые между серваками распределяют, куда запрос пойдет и так далее. Потом, что вот это такое у меня было, не знаю, даже не помню. Потом есть разные сервисы. То есть я отсылал запрос там, на Ивана, на сервак, и на Иване вся логика происходила. Но на самом деле за Иваном, то есть я вижу только Ивана, я ему запрос шлю, но за Иваном могли скрываться вот все вы, и, допустим, конечно, Женя был бы сервисом, который отвечает за подписки. Вадим был бы сервисом, который отвечает за авторизацию. Андрюшка был бы сервисом, который отвечает за букинг. Booking, как на наш перевести? Так? Бронировщик, Андрюха бронировщик. Юра отвечает за монтаж видео. О, отлично, ну, который там видео конвертит в разные форматы. Влад отвечает за что? За что хочет? За кого? Транзакцию? Ну, пускай за какие-то там транзакции Влад отвечает. И Рома за что хочет отвечать? Не знаю. Ну ладно, неважно. То есть у каждого там будет своя роль. Но я вижу только Ивана, а вы уже между собой там общаетесь. И вот это что здесь примерно происходит. Может быть куча баз данных. SQL базы данных, но SQL, SQL, но SQL базы данных. Да. Буду учиться как америкосы. Разные кэши, стримы, лямбды, очередя, балансировщики, ивент-процессоры. Не знаю, в голову ничего не лезет. Андрюшка, знаешь какие-то умные слова? Дима? Elasticsearch, да, может быть. Да. Что еще? Какие-то платформы, да, ну платформы, ну серваки. А, могут быть еще third-party платформы, допустим, payment-системы какие-то, типа Stripe, не знаю, там, Wise,
PayPal какой-то, что мы во внешнюю систему делаем запрос, то есть мы за нее не отвечаем, но мы так же само. Вот я только на Ивана отослал запрос, а Иван там какому-то в Stripe послал запрос, Stripe вернул ему ответ, оплатил подписку, и Иван мне уже говорит, все окей, классно, подписка создана. Ну, еще плюс там, да, подписку еще, все это идет через CRM-ки, да, 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 всякие рассылки мейлов там на бэкграунде, что-то происходит. Да, да. И это я просто вам примерчик показал. Типа выебнуться на Amazon на собес сходил. Вот, завалил. Ну, не завалил, но опять же, как мы обсуждали, если взять два таких же самых, как я больше денег попросил, потому что я посчитал, что жить там нереально, 50%, ну 40. А кто-то попросил меньше денег, и его взяли. Ну. Да, и он теперь там лапу посасывает, да. А я тут, а я тут. Так, окей, следующее. Это собес у меня был где-то 1.5 часа. Это то, что я рассказывал, что происходит вообще. Так, насколько вам видно? Окей, веб-сайт, мобильная приложуха. Так же само, уходит запрос, стоит какой-то балансировщик, потом API Gateway. Между ними, да, Иван, я скину тебе. А, или ты уже сегодня хочешь смотреть? А, сегодня? Какие-то балансировщики, сервисы авторизации, плюс есть еще масштабирование сервисов. То есть, допустим, если у нас очень много пользователей, один сервис, один сервак не может обработать всех пользователей, все запросы. И там уже начинается масштабирование. Масштабирование — это когда такое размножение. О, в Доте MIPO, да? Да. MIPO, да-да-да. Там, где бежит один чувак, раз с него пять. И вот тоже там... Автобалансировка обычно настраивается девопсами, когда там есть система мониторинга, когда система мониторинга видит, что твой сервак уже захлебается по памяти либо по CPU, то эта система мониторинга берет и поднимает такой же сервак рядом с ним. Хоп, а балансировщик распределяет запросы между этими серваками. У нас раз было один сервис основной. Там бизнес-логика в основном была. Сейчас вспомнил. Ой, фух, не могу просто. Он как-то масштабировался до то ли 300. То есть 300 одинаковых серваков было поднято. И между ними балансировщик раскидывал. То есть просто не вывозило. Настолько много пользователей было. И там очень сложная логика была. Очень сложная и нагружала очень сервак. Может, где-то не оптимально написана была логика, но да, о том, что масштабирование — это штука, конечно, классная. Но когда оно... Сколько оно денег тогда жрало, вы себе не представляете. Ну, когда 300 серваков, и это только один сервис там, с бизнес-логикой, а еще у нас сервисы были и платежи, и авторизации, и так далее. Так, ну это просто я вам пример показываю, что здесь какой-то кэш может храниться. Затронем тему кэша. Допустим, я Ивану забрасываю запрос, Иван, дай мне статьи. Вадим забрасывает запрос, дай мне статьи. Женя забрасывает запрос, дай статьи. Рома забрасывает запрос, дай статьи. Статьи одни и те же. Эта информация не меняется со временем, а если меняется, то это не так важно, если мы получим немножко застаревшую информацию. Статьи хранятся у Алексея в базе данных. Я делаю запрос Ивану, говорю, Иван, дай мне, пожалуйста, статьи. Иван делает запрос Алексею, говорит, дай мне, пожалуйста, статьи. Иван получает статьи, и что потом Иван делает? Иван, допустим, Костя — это кэш. Что такое кэш, помним с прошлой лекции. Это такая, грубо говоря, временная память. Кэш отдельно на отдельном серваке висит. То есть представьте, что кэш — это такая себе база данных, но очень быстрая. Очень быстрая, в которой хранится значение ключ. Ключ значения. Ключ в нашем случае — это статьи, все статьи, а значение — это весь список статей, заголовки статей. Так, вижу, по лицам немножко запутались. А я да. Просто, когда в статье что читал, там было написано следующее, что, например, ты попросил страничку, HTML, да. Я закинул ему, он не возвращает. Разберем. Кусочками. Кусочки разберем. Кусочки разберем, пакеты, да, хорошо, затронем. Еще раз, Ваня запрос, Ваня в базу, дай мне все статьи, получил все статьи, теперь Ваня берет и сохраняет эти статьи в кэш. Говорит, Костя, в кэше подержи эти статьи 15 минут. Костя — это как очень быстрая база данных, кэш. Сервис для всех, одно и то же. Да, вот. Все, чтобы не перезагружать базу данных.
Что потом? Потом Вадим делает запрос к Ване. Ваня первым делом стучится не в базу. У него Алексей спрашивает, потому что Алексей уже перегружен. В Алексея все стучатся, блин. А кэш, он более как бы готов к нагрузкам, к количеству запросов. Опытный. Да, опытный, да. Ну и плюс в нем там никакой логики, просто сохранить по ключу, а ключ это у нас все статьи, или взять по ключу все статьи. Ну понятно, там разные структуры данных в кэше есть, это тоже отдельная тема. Это просто на видео, что я не какой-то тормоз, я говорю только ключ значения, я такой раз там закину. Есть отдельная структура. Ну мы же все шаг за шагом, правильно? И сильно мы не углубляемся, мы разбираем только то, что нам нужно для собеседования. Потому что если мы сейчас начнем куда-то копать в какую-то сторону, мы закопаемся, не вылезем, всем надоест и все. Да, Юра? Это надо, конечно, для каждого отдельного пользователя сохранять? Не обязательно, но есть и для пользователя. Тоже много вариаций. Мы сейчас, я повторюсь, мы рассматриваем самый простой вариант для понимания. Вариаций тысяч. Вот что ты себе в голове не придумаешь, я уверен, что такое где-то есть. 100%. Да, 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 общий кэш. Вадим делает запрос Ване, говорит, опять же, дай мне все статьи. Ваня первым делом спрашивает у Кости в кэше. Костя, у тебя еще есть те статьи, которые там, я тебе сохранял, все статьи? Костя говорит, еще есть. Чу, вернули. Это намного быстрее там. 50 миллисекунд скорость, ну примерно, я так, от фонаря, но примерно очень быстро. 50 миллисекунд скорость общения между серваком и кэшем. А между серваком и базой будет там 100 миллисекунд. Например. Но и база будет нагружаться, кэш не так сильно нагружается. И уже Вадиму вернутся статьи не за 100 миллисекунд, ой, точнее не за 200 миллисекунд, когда они с базы будут тянуться, а за 150 миллисекунд, потому что тут 100 миллисекунд, допустим, запрос этот шел, там 50 миллисекунд, ну вы поняли логику. Вот. И так же самое Женя потом спросит у Вани, Ваня, дай мне все статьи. Опять кэш. Если он в кэш стучится, а Костя говорит, нет, статей нема, он опять стучится в базу данных, говорит, Алексей, дай мне все статьи, затягивает себе статьи, опять в Костю сохраняет все статьи. Костя опять, допустим, 15 минут хранит. Ты тоже как сервак, ты определяешь, сколько времени хранятся эти статьи у тебя. Так, что это? А, вибрация. Да, без проблем. Ну, логика понятна, да, скажешь? Все, хорошо. И куча всего у нас тут может происходить какие-то. Куча разных баз данных, эластики. Это все потом. Вот, и вот так вот выглядит. Помните, я вам в прошлый раз показывал диаграмку интернета, да. То есть это весь интернет. То есть выглядит, ого, красиво. И просто в голове вот это все не помещается. Ну, то есть у человека, это как вселенная. Она, ты такой думаешь, вселенная бесконечная, но в голове оно ну, вообще не клеится никак. Как это может быть? А вот так вот выглядит... Выглядят микросервисы Uber. То есть микросервисы какого-то Uber, ну, я говорю какого-то, в смысле, что всего лишь для нас это для обычных пользователей. То есть обычно, чем проще приложуха, тем вполне возможно там что-то очень сложное, да, то, что мы не видим. Uber, приложуха драйвера, приложуха кастомера, приложуха администратора, какая-то там админка. Не знаю, там какие-то карты у них классные, и все, да, для пользователей. Но что там происходит на бэкграунде, то у них там тысячи микросервисов, которые то общаются это, между собой. Это то же самое, что ты показывал свое на собеседовании. Да, да, то же самое, вот что я три, здесь показывал. Да, вот они три заходят, пользователь, этот... Только там, шо, а, шо тут? Потом, а кстати. Кстати, вполне возможно, да, видишь, о, слушай, хороший комментарий, вполне возможно то, что вот с разных сторон тут заходит, вот я сейчас листочками вам побросаю, вот здесь заходит, это как бы от пользователей, нет, либо вот здесь, смотри, входные нет, точки как будто. Вот верхний, видишь? А, вот здесь, да? Потом ниже заход, это мобильный, этот, например, с мобильного, и вот там и вот они между собой. Это уже идет база, ну, сервер их нет. А ну, вот тут, потом, ну тут на самом деле мы не угадаем, что тут происходит. Нет, но... ну, да. По логике, как ты рисовал. Да. А теперь еще представьте, что это все это по одному сервачку, вот сервер авторизации, это одна какая-то точечка здесь, и она еще масштабируется.
То есть, допустим, там может быть 100 сервисов авторизации, 100 клонов быть поднято. Ты такой думаешь, ого, дадим. Масштабирование — это физически, то есть просто вот есть серваки включенные, и когда нам, у нас идет нагрузка очень большая, мы дополняем, то есть нагружается еще один сервак физически, еще один клон. Да, ну, грубо говоря, да. А, то есть да. Мы платим за бабки? Да, мы платим бабки за масштабирование, конечно. Ну, то есть ресурс откуда он? Ресурс, да. Но это просто клауд-сервисы есть на примере Azure, Google Cloud, AWS, это амазоновский, да. Что еще популярно такое есть? Какой-то Digital Ocean, допустим. То там есть auto-scaling, auto-масштабирование. То есть там есть свободные серваки где-то. Ну что, смотрит, что хранилище забито на 90%. Да, смотрит, да, да, да. И номер карты с ней подвязал. Да, номер карты подвязал, и бабки, фу, я вам говорю, когда оно замасштабировалось на 300, один сервис замасштабировался на 300 своих клонов, скажем так, то там у нас серьезно было, скажем так, расследование. Во-первых, расследование, почему это произошло, потому что, ну, это дохрена. То есть, и это ж не простые компьютеры, ну, не знаю. Расследование было, что-то да. Хотел очень сильно и очень много в секунду раз постучаться. Не, DDoS'а там не было. DDoS'а там не было. Ну там просто сложная логика была запутана. Ну и так важно. Потом мы разобрались, и у нас количество этих серваков уменьшилось там до 50, допустим. Это в критические точки, когда бизнес-часы, когда больше всего клиентов там что-то стучится. Там. Не, никого не уволили. Ну, не штраф, нет. Ну, в нормальных компаниях как работает. Если что-то где-то сломалось, пошло не так, то что делают? Не ищут виноватых, а ищут причину и ищут возможности, как избежать причину в будущем. Ну, это в нормальных компаниях. Ну, бывают разные. Да, бывает такое, что и штрафуют, ну, по-разному. Разные подходы. Окей. О, сложно, да? Много текста, все за ручки сразу чик-чик поклацали, сейчас будем писать, очень интересно. У меня коммент от Юры пришел, говорит, не расписал, что такое DNS, не расписал, что такое там URL. URL я даже гуглил с вами вместе. Потом думаю, да, действительно не расписал. Теперь да. Думаю, надо исправляться. Статья уже все есть. Да, вот статья все. Я же тоже так подумал, я тут объясняю все на пальцах, а вы потом приходите домой, все это так... переварили, прочитали статьи, да, если законспектировали, 10 статей, если прочитать, потому что я рассказывал в прошлый раз, посмотреть пару видосиков по 15 минут на ютубе, и оно все такое чук-чук-чук, все, вместе сложилось, бум, запомнилось, есть. Но все равно, да, минимально хотя бы буду вам давать такой сухой теории. Давайте вместе сейчас с вами прочитаем, сейчас проверим, как у меня дикция. OCI модель. Такие лица веселые, все такие, о боже, читать. Ларик тут шутки какие-то рассказывает, а тут надо читать. Ладно, я для вас прочитаю, вы просто глазами пробежитесь, можно не в голос. Повторять Google не будем в этот раз. Сетевая модель OCI. Английском не будет читать. Это сетевая модель стека, магазина сетевых протоколов OCI ISO. ISO. Ну, вроде сложновато, да? Еще раз. Стек — это связка. Просто представь себе, связка. То есть, я не понял, думаю, что тут мои окна делают стека. Стека. Не-не. Так, хорошо. Еще раз. Сетевая модель OCI. Это то, что у вас у всех будет в резюме написано. Скоро, очень скоро. Это сетевая модель стека сетевых протоколов OCI. Так. Хорошо. Ну, я понимаю, не все еще, не до всех дошло, что это означает. Сейчас разберем. Эти все определения с Википедии, если что. То есть максимально сухие. По заказам. Так, окей. Второе предложение. Посредством данной модели различные сетевые устройства могут взаимодействовать друг с другом. Тут уже чуть проще, да? То есть есть какая-то модель, и с помощью этой модели в сети у нас устройства взаимодействуют между собой. То есть, наверное, это какая-то как договоренность между разными устройствами, да, как они между собой будут общаться, и договоренность между производителями устройств.
что они в них, какое ПО будут, какое программное обеспечение будут закидывать, какие там программки, чтобы они между собой взаимодействовали нормально с другими элементами. Да. Ну, я это, так понял, ну, стандарт, который... Стандарт. Вот штекеров, проводов, того, как бегут биты. Вот, да, сейчас мы, к этому дойдем, да. Модель определяет различные уровни взаимодействия систем. Сейчас разберем. Каждый уровень выполняет определенные функции при таком взаимодействии. Окей. Так, прочитали, да? Я вас немножко загрузил, вы так переписали в конспект. Такой, вроде интересно, да? И сейчас я вам покажу мужика, вот я его обожаю. Вот это, что вы прочитали, да. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Я хочу вот это ваши лица только что были, я вам отвечаю. Я говорю, мужики, сейчас, я по заказам выписал из Википедии определение. Вот вам определение из Википедии. Я же рассказываю все на пальцах, то туда, но вроде бы понятно. И вы такие сидите, и такие, да, модель там, стандарт, что-то. Нихуя не понял. Ну, короче. Ну, очень интересно. Всем вам посвящается. Обожаю. Кстати, Виктор Павлович скинул мне это видео. Ну, очень интересно. Виктор Павлович, это папа мой. Ну, очень. Кто не знает. Он его не знаю сколько раз, я дома уже слышал это. Фух, идем. Окей. Вернемся еще раз, да? Ничего не понятно, но очень интересно. Так-с. Окей. Вот это тоже. Ну, стандарт модель, да. Ну, кому не видно, тот потом посмотрит презентацию, либо зайдет в Википедии. Ну, кстати, в Википедии очень классную табличку это нашел, смотрел на других сайтах, искал там в Гугле картинки. Ничего очень хорошего не нашел. Самое такое для меня понятное еще и на русском языке оказалось на Википедии. Тоже ничего не понятно, но очень интересно, да, по вашим лицам? Не, ну это меньше интересно. Меньше интересно. Хорошо. Что у нас происходит? Когда у нас отправляется запрос, неважно какой, неважно куда, но с одного сетевого устройства на другое сетевое устройство. Мы представим это два компьютера, так проще всего. Компьютеры у нас находятся на прикладном уровне. Ой, я не могу, это с ваших лиц просто такие все, ничего не понятно. Хорошо. На уровне компьютеров у нас работает протокол HTTP. Дальше, когда мы отправляем запрос, то, что Иван говорил, что запрос как-то там разбивается на маленькие кусочки, куда-то отправляется. Все же примерно знают, да, что у нас в программировании есть единичка и нолик. Единичка, нолик — это бит. Самая маленькая единица, не знаю, информации или чего, или передачи данных. То есть по проводам у нас идут единички и нолики. Оптоволокно, весь наш интернет, общаются единички и нолики. А вот эта модель, она описывает, как у нас от человека понятных нам букв, картинок, видео, сайтов, информация проходит через вот эту всю модель вниз и доходит до битов. То есть это какие-то шифровки, преобразования, разбивание на сегменты, датаграммы. Потом это разбивается на более мелкие пакеты. Пакеты разбиваются на биты. Биты уже передаются там как-то по проводам. Представляем, один компьютер. Ой, второй шарик мы не достали. Класс, я хотел шариком показывать. А можете, пожалуйста, шарик мне подать? Ну, одно дело я буду просто кулаки поднимать, другое дело я буду шарики поднимать. Только не бросай, пожалуйста, а то он какой-то бейсбольный, да? Ты его и не взял. Бейсбольный же, да? Да, хорошо. Давайте представим, вот это у нас один компьютер, вот это второй компьютер. Здесь у нас какие-то данные мы хотим переслать вот сюда. Данные будут идти вот так. Через меня всего. На видео там видно мою вторую руку, кстати? Да. Вот эту, да? Как раз, да? Отлично. Хорошо, то есть данные идут отсюда вот сюда. Я хочу переслать картинку с одного компьютера на второй компьютер. Картинку, чтобы понятно было. Мемас вам, кстати, в конце покажу. Допустим, я мемас хочу переслать кому-то по сети. И эти данные начинают преобразовываться, начинаем читать.
Вот сверху вниз мы идем уровни ося и модели. 7 уровней. Прикладной. Прикладной — это то, что, там, не знаю, человека понятное, да, там в приложении отправляется HTTP-запрос. Вот мы можем посмотреть, какие протоколы используются на каждом уровне. Важный момент. Протокол — это, кстати, запишите, кому на собеседование. Протокол — это набор правил. То есть часто ты… Набор чего? Набор правил. Это самое простое определение, которое я знаю протокола. Не, с седьмого, вот так, чик, с седьмого, да. Вот тут первый будет, вот тут провод вообще, чик, по проводу идут потом данные, собирают. Да, а потом собирается обратно. Семь да. Да. Окей. Опять же, это я вам все рассказываю для общего понимания. То есть мы не углубляемся сейчас ни в какой из этих уровней, потому что максимум, с чем я работал в реальной жизни из этих уровней, это уровень транспортный. Тут протокол TCP, UDP и еще один протокол QUIC. Вот это максимум, куда мне один раз нужно было спуститься. Все. Остальное все, я работаю с вот этим уровнем. Вы все веб-разработчики, тестировщики, мобильные разработчики, вы все будете работать с верхним уровнем, с протоколом HTTP в основном. Ну, может, с веб-сокетами. Не так важно. Ну, хорошо. У нас есть данные. Данные начинают преобразовываться, чтобы перейти от одного компа к другому. Вот тут где-то роутер будет. Вот здесь тоже роутер будет. Два компа. Все, представили, да? Визуализация. Так, запоминаем. Я еще в синей этой. Так, чикс. Короче. Память у вас будет работать. Будете вспоминать эту египетскую пирамиду. Окей. Что происходит? И функции. Да? Я сейчас просто по ходу читаю. Доступ к сетевым службам. Представление и шифрование данных идет. Управление сеансом связи. Потом прямая связь между конечными пунктами и надежность. То есть такое тоже интересно, ничего не понятно. Определение маршрута. Определение маршрута — это на уровне уже вашего Wi-Fi роутера, скажем так. И дальше идут перемещения к вашему интернет-провайдеру. Уже там свечи идут, сетевой мост, коммутатор. Вот здесь вот. Уже данные наши трансформируются, пока они идут через все уровни, с картинки в биты. Единички-нолики. И по проводу погнали единички-нолики. Они пришли сюда. Здесь они начинают собираться. Единички-нолики собираются. Собираются. Вот здесь так же само наш роутер компьютерный. Собираются. Начиная с битов. А, сейчас вот здесь даже показано. Биты, потом пакеты. Это на уровне роутера. Потом сегменты. Это пакеты так, сложены еще больше. Да? Просто представляешь, это все увеличивается. И потом уже данные. Это все, что вам надо знать об OCI-модели на самом деле. Для собеседования. Общее понимание. Потому что если вы выучите даже каждый из этих уровней, все классно запомните, придете через неделю на собес, все вылетит. То есть даю информацию только та, которая нужна. И еще кое-что. Так, хорошо, вопросы по OCI модели. Данные от одного компонента. Надо знать это до и. DevOps'ом? Типа на уровне трансформации, передачи, передачи данных внутри. Или только уровень настройки там получения. На самом деле нет. Просто DevOps'у, сейчас я отвечу Алексею. DevOps'у просто сейчас уже не работают напрямую с серваками, с дата-центрами, со свитчами, с маршрутизаторами, они не работают. DevOps'у сейчас работают, есть клауд-провайдеры, эти же AWS и так далее, и там уже все оно настроено. То есть DevOps'у тоже… Вроде как не знают какую-то там CRM или какой-то сервис. Да, админка, грубо говоря, у тебя. Поклацал, да. Ну там есть еще… Для DevOps'ов специальные, как это, Terraform, как же он, ну такой код для DevOps'ов, скажем так. DevOps определенный код пишут, что вот это пускай вот так будет, вот это так, вот это так. То есть DevOps'ы, ну какие-то скрипты, да, ну, не суть, не так важно. То есть DevOps'ы тоже не спускаются очень низко. Ну иногда, конечно, есть отдельные задачи, там где DevOps'у нужно спуститься на уровень,
не знаю, там, транспортный, либо сетевой. Но я сейчас даже не могу придумать случай, и из практики вообще ничего в голову не приходит, что это может быть. Я не понял. Ничего не понял, но очень интересно, да. Ну, мне на собеседовании говорили, что это больше, они спрашивают, системных админов. Ну, сисадмины, может, да, какие-то, да. Кто там подключают провода. Да. А да. Всех остальных вообще да. Ни разу. Потому что никто ее не знает. Почему не спрашивают, Дима? Потому что если ты что-то начнешь отвечать, и ты знаешь больше, чем они, то они сядут в ступор. Потому что эту OCI-модель никто не знает. Вот и все. Просто ее все знают, готовят к собесу, особенно джуны. И вот, все, ты ее ответил, все. У медлов, не, у медлов могут иногда еще спрашивать. И то обычно не у разработчиков, а там у тестировщиков, потому что больше нечего спрашивать. Но у синьоров ну, никогда не спросят... Что такое OCI-модель? Потому что это само собой разумеется, все понимают, что это не надо. Отдельные проекты могут быть там, где нужно работать с сетями, там, где что-то такое. Там, где ты работаешь на фирме, которая эти же дата-центры поддерживает. Тогда, может, тебе нужно действительно разбираться с каким-то протоколом. Либо, я же говорю, у меня был один единственный проект, там, где мне нужно было спуститься на транспортный уровень. Там у нас были протоколы... TCP, UDP и Quick. Три протокола. Сейчас расскажу. Quick. Вот это, кстати, важно тоже по собеседованиям. Мы позже будем разбирать HTTP протокол, может, WebSocket разберем. И здесь разберем сегодня TCP, UDP, еще Quick. Один протокольчик интересный. Тоже как фишечка вам на собеседование будет. Если вдруг спросят, то можно будет так понтануться. Хорошо. О чем мы говорили? Еще раз подсуммирую. Все это знать надо в общем понимании. Дима говорит, видишь, это не спрашивают, но если спросят, надо хотя бы примерно понимать, как это происходит. Если вы хотя бы так же само возьмете на собеседование одну кружку, вторую кружку, скажете, вот компьютер, вот данные, вот тут биты вообще проходят по проводу, вот тут маршрутизатор на третьем сетевом уровне. Бицуху там видно? Не видно, я знаю. Да. И вот так вот данные передаются. Все, это все, что надо знать. А какие там уровни, вот это все, ты все равно это забываешь постоянно. Даже я говорю, я работал с этим транспортным, но я там не помню, какой он там, четвертый был или третий. Вот, сейчас помню четвертый, пока смотрю на таблицу. Окей, Костя, у тебя вопросик какой-то был? Или уже? Ну, оно по сути перестало. Да. Что значит спускаться на уровень? А, между собой они так... По сути, то же самое, как сервак с клиентом общаются, запросики. Так, там же, так же самое там в коде, да, представляешь. Один другому передает, тот меняет данные, передает на следующий уровень. Тот меняет данные, там разбивает их, допустим, как-то там шифрует, дешифрует, сегменты, вот эти все умные слова, вообще не важно. Дальше, дальше, пока оно до битов не дойдет, и так же самое. Все. То есть они между друг дружкой передают вот так вот данные. Есть люди, которые спускаются до уровня битов, но... Но их... Но их очень мало. На ассемблере каком-то или на чем-то, я даже не знаю на чем, потому что... На плюсах, да, да, спускаться можно, да, куда-то вот сюда. Но опять же, зачем? Таких проектов я не знаю. Вот. В реальной жизни таких проектов не знаю. Там, если бы там большие бабки крутились, если ты вот сюда спускаешься на эти уровни, то все были бы уже там. Но так как я никого не знаю, кто вот тут вот программирует, то, наверное, там, может, и бабки больше не платят. Ну, какие проекты там могут быть, если все уже разработано? То есть все эти протоколы разработаны между собой. Ну, они общаются. Уникал, опять же, если интересно. Да, да, не, расскажи, конечно. Это вот вся экология, для тебя, внутреннего сознания, электронные блоки управления стоят. Вот, допустим, вырежем катализатор, если ты его взял, убрал, то есть но программа, которая управляет этим соленоидом, этим клапаном, она остается. Ее надо как-то убрать. В чем этот блок программирования? Ну, никто не знает, в какой программе, как люди реально такими СТМ, ЛР-ами подпаиваются к модулю. Обалдеть. Ну вот, ну слишком узкая, видишь? Ну да. То есть максимально. И вот эти вот блоки этих нулей единиц, ну я не знаю, как это. Да, да. Это магия. Не, ничего не магия. Ну, на самом деле... А, ну, по сути, ну оно когда не знает, что это магия.
Ну да. Ну і брати беру держать за це там 100-150 тисяч гривень. За одну диагностику там вот этих всех модулей, да? Ну. А ну, на самом деле, все так, все, я еще, мне иногда бывает что-то не нравится, ну, допустим, там какой-то язык программирования или какая-то технология, а потом я для себя понял, что это я просто, я ее не знаю. То есть оно мне не нравится, потому что я его не знаю. Вот, здесь может так же самое. А кто-то такой скажет, ну ты не трушный программист, потому что ты на плюсах не пишешь, ну это было, может, не знаю, 10-20 лет назад, потому что ты на плюсах не пишешь, ты пишешь на каких-то высокоуровневых языках, которые там только с HTTP и веб-сокетами работают, то ты не трушный программист. Да идите гуляйте, я скажу. Да, вот и все. Кстати, интересную историю расскажу. Алексей напомнил про дата, как эти, дата... дата-центры. О, про дата-центры. Я как-то работал с программистом одним, у него уже классный опыт, там 10 лет в программировании, а до этого он работал айтишником, как системный админ в дата-центре. А там в дата-центре что надо было делать? Основная задача. Смотришь телевизор, не спишь, если что-то вдруг слышишь какой-то запах или какой-то у тебя начинает гореть там что-то там, то это значит, ну такой маячок. Красный, то это значит, надо пойти в дата-центр и посмотреть, что там происходит. Так вот, мне этот парень, ну, мужчина, коллега мой бывший, рассказывает, говорит, сижу, говорит, потом просыпаюсь, дымно. Думаю, ну все, вот и вся история. Да. Так что не спать на работе. На лекции тоже, кстати. Просто что-то вспомнил про дата-центры. Фух, хорошо. Вот мы сейчас много слов видим, каких-то аббревиатур, сокращений. Это все у нас протоколы. Запоминаем еще раз. Протокол — это набор правил. Все. То есть набор правил, как между собой общаются. Чик-чик. Есть стек протоколов. Стек протоколов — это что? Совместимость. Ну, не совместимость, а... Просто я понял, спизданул. Молодец. сделал умное лицо. Да. Стек протоколов — это с английского, если мы переведем слово стек, это будет что-то наподобие какая-то связочка. Куча. Во. Куча, груда. Ну, по той же книжке, по-моему, которую ты сбрасывал, стек — это типа наслоение, как... Да, но то структура данных, да, тут, ну, как, ну, в принципе, тот же самый, да, да, да. Ну, просто стек протоколов используется в значении связка протоколов, о, классное слово, связка. Стек протоколов, вот это TCP/IP можете услышать, да, частая связка протоколов, это что два протокола между собой, как бы, дружат и их часто используют вместе. То есть протокол — это между собой данные, между уровнями перебрасываются, между программками, и они общаются по протоколу, по набору правил. Ну, все логично, да? Договорились, что вот так будем данные передавать, вот так их раскидывать, вот так их соединять вместе потом, так и общаемся. Почему так сложно? Ну, так исторически сложилось. А, то есть я пизданул, получается, условно правильно. Типа, да. Они, если не будут совместимы между собой, если взять какие-то рандомные... Да, какие-то протоколы могут быть там совместимы. Да, что? Да, а что дезоляторы диффуза не стакаются? Они раньше не стакались. А, не стакались? Да, а, есть стака? Да. Но все равно ты же их купить это себе можешь, да? Купить можешь, но они могут... А, ну все. Андрюшка, правда? Только раньше. А, раньше было. Все, тогда хорошо. Надо было уметь варить, знать. Ладно, поехали. Я ушел. Так, ладно, сейчас вам... Мы же тут лекцию не только про IT читаем, правильно? А еще... Я на минутке отвлекаюсь на мемасы и на какие-то интересные темы. Да. Так, запоминаем. Ну, тут надо, чтобы вы повторили. Это не будет как с Google, будет по-другому. Не будет Google. Морозным. Морозным. Вечером. Вечером. Залез. Залез. На. На. Мачту. Юнга. Стремясь. Не стесняемся. Увидеть. Увидеть. Незнакомый. Незнакомый. Порт. Порт.
Морозным вечером залез на мачту Юнга, стремясь увидеть незнакомый порт. Аббревиатура: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. О, фишечка, да? Морозным вечером залез на мачту Юнга. Это я что вспомнил? Потому что тут слишком много аббревиатур. И я не буду их вам все объяснять, а вот такую классную аббревиатуру объяснил. Классно? Лайк, да? Морозным вечером залез на мачту Юнга, стремясь увидеть незнакомый порт. Это как там, про фазан, там, про цвета. Помним, да? А, еще одну аббревиатуру. Так. Харитоновна, Ульяна, Яковлевна. Это от Виктора Павловича. Харитонова Ульяна Яковлевна. Так, хорошо. Полетели. Сейчас опять много текста, но я его максимально попытался сократить и максимально красивым сделать, чтобы можно было его читать. Поехали. Сейчас. Опа, физуха, чтобы бицуха потом на следующих лекциях побольше была. Опа. Женя, тебя видно? Да, хорошо. Поехали. Мы ж сейчас... О, Иван, съемку видео давай. Ну, сними меня, сфоткай. Сейчас, блин, руки запутались. Так, да, часы нет. Не, нормально, давай. Сейчас вот яблоко типа мажор. О, да-да-да. Да все, фоткай, хороший. Ты портрет же сделал? Нет. Ладно. Хорошо, популярный вопрос на собесе. Это неважно, ты тестировщик, ты разработчик мобилок, ты разработчик бэкэнда. Вообще неважно. Может быть, ты даже Data Scientist. Ты ж, Алексей, в Data Science хочешь? Ну, куда-то туда. Я уже не уверен. Уже не уверен, да. Я понял. Ну, хорошо, ну ничего. Я сейчас повторюсь, а может, ты на лекции слышал, да? Что я 80% информации даю для всех нужно. А там уже ваша специализация. Что-что? В TCP надо идти. В TCP? Тяжеловесность. О, Иван TCP, да. Иван TCP будешь. Хендшейк. А хендшейк надо Мише идти. Его сегодня с нами нет, у него такое рукопожатие, хендшейк. Да, он очень надежный, его нет. Надежный. Ничего, я ему просто видео лекции не буду скидывать, пускай лапу. А тем, кто ходит, скидывайте. А, не, ну тем, кто ходит, да. Да вы же с ним вместе пьянствуете, а то потом ты же ему перекинешь, потом за бутылкой скажешь, что там лекция. Вчера его видел на ночах. Да? Он второй раз. Ларику не ври. Все, все, Миша, Михаил. Ну, коль ты его уже сдал, двумя бокалами пива, смотри. Там он мне фотку даже сам скидывал, что он с какими-то, с Маргаритой с какой-то синей сидел. Я не знаю. Так, а Маргарита ж не синяя, да, да, да. Что-то скидывал, на каком-то баре сидел. Это где? А, в Елепиле бар там есть. Да, а. Да, съел такой, как в Харькове, да? Сначала с обхода зашел, пропалил, чтобы никто не сидел. И знакомых? Да, да, да. А я заходил, где, говорю, я ему звоню, где ты вообще. А ты его не мог найти? Не, он говорит, я на баре. На баре. Ой, это Новомосковская, это, конечно, да. Я вот думаю, тут на свиданку с девчонкой когда-то хоть раз пройдешь, потом еще 3 года все будут вспоминать и обсуждать. Ну, это один раз только пройдешься. А если замутишь, а потом расстанешься, боже, это сплетни, расследования. Ладно, поехали. Отвлеклись, успеваем. Популярный вопрос на интервью. TCP часто спрашивают. Так, вспоминаем, да, TCP. Вот это то же самое, я вам просто покажу. Эти компьютеры, да, между собой данные чик проходят, защищаются. Скучно. Транспортный уровень, layer. Там используются протоколы TCP, UDP и еще один бесплатный бонус, господа, только для вас, только сегодня, еще один протокол QUIC. То есть на собесах часто спрашивают, расскажи мне разницу. Про CI модель не спрашивают, потому что сами ничего не знают и сами могут запутаться. Не, серьезно. Ну, то есть я про CI модель не спрашивал, потому что мне, чтобы на собеседовании кого-то нужно было спросить про CI модель, мне сначала нужно было бы самому зайти загуглить, вспомнить, как оно там, нарисовать на листочке эти уровни, и потом только человека спрашивать, потому что пришлось бы данные восстановить у себя.
Так, но разницу между TCP и UDP спрашивают, потому что это просто. Но не все знают. Не все вообще ожидают такого вопроса. Тебя спрашивают, что такое разница между TCP и UDP. Обычно люди садятся в чикс и все. И не знают вообще, что отвечать и в чем разница. У Джуна ХБД спрашивают? Да. Потому что, ну, надо же как-то завалить. Так, хорошо. Вот еще у нас есть такая... Расшифровывать я не буду, Юра. Объясню почему, потому что никто не знает, как расшифровывается UDP или TCP. Опять повторюсь, если какого-то программиста на улице слови, даже штуку баксов ему дай и скажи, как расшифровывается UDP или TCP. И, ну, никто тебя не расшифрует. Ну, захочешь, там можно в Википедии загуглить. Да, но я скажу, что Quick — это быстрый UDP, его, видишь, называют. Quick — это быстрый UDP. Окей, поехали. Разница между TCP и UDP сначала разберем. TCP — протокол, транспортный уровень, помним, да, четвертый. Он нам обеспечивает надежность данных. То есть, когда общаются между собой две системы, они устанавливают между собой, как бы, рукопожатие, я, чтобы не забыть, написал handshake. Они между собой общаются. TCP сначала спрашивает своего... как нас собрат. Ладно, собрат, мы же все равно все на пальцах объясняем. Хочу шарики свои, можно? Где они? Окей. Это мы уже на четвертом уровне, да, спустились? То есть не тут, а вот тут. TCP спрашивает своего собрата, говорит, я к тебе могу подключиться? Он говорит, да, можешь подключаться, можешь слать свои данные. И тогда он начинает слать. Когда он шлет, этот ему, грубо говоря, отвечает, данные пришли. Окей, то есть вот они между собой общаются, постоянные такой связочки. И данные упорядочены. Что это означает? Что мы не... Допустим, мы отсылаем картинку, и мы гарантируем, что при использовании TCP-протокола картинка придет... ровно в том порядке, в котором и нужно, и отобразится ровно так же самое. Все биты у нас так же самое, все пиксели так же самое станут на картинке, те, которые мы отослали и приняли. Но есть минус у этого протокола, то, что он тяжеловесен. То есть нам все время нужно подтвердить, тебе можно слать запросы, да, можно, то есть устанавливается вот это рукопожатие, handshake. И упорядоченность данных и гарантия доставки данных, это тоже каждый раз он шлет, а этот подтверждает, да, принял, и перепроверяет, что данные упорядочены, что все у нас окей. В принципе, то, что нам и надо, да? Если мы отсылаем картинку, то мы хотим увидеть ее так же само, с такими же пикселями на другом компьютере. То есть все отлично. UDP. UDP не установлен... То опять же, этих же используем. UDP так же само, это передача данных. Но UDP работает без рукопожатия. То есть отсюда мы отсылаем данные, но мы не знаем, данные придут или нет. То есть мы их отсылаем в одну сторону. То есть я просто фигачу какие-то данные. Фигачу данные вот сюда. Здесь мы не подтверждаем, что мы приняли данные. Для чего может быть использоваться варианты в одну сторону? Так, господа опытные. Что-что? Для аналитики статистики. Ну, давай скажем так. Не особо, типа, имеет важность. Во, если не особо важно. Во, отлично. Если не особо важно. Да, ключевая мысль. То есть мы что-то пересылаем между двумя братанами. Братухами. Между двумя братухами мы что-то пересылаем, но нам не так важна целостность данных. Да, точность, упорядоченность, как это они называют. То есть это быстро, потому что мы шлем так, ту-ту-ту. Сейчас бы шарик этот бейсбольный. Чуть не бросил, блин, случайно, кстати. Типа сколько просмотров видео, например, статьи там. Ну, я не уверен. Ну давайте, ладно, назову примеры, вы все сразу такие, стриминг видео. YouTube, Twitch. Нам не так важно, нам может там что-то где-то пропасть, какие-то пиксели не дойти. Ну, то есть, все окей, да? Мы можем вытерпеть при стриминге видео, что такое произойдет. А
А, ну типа если TCP, то это надо хороший пиздец интернет, чтобы это все постоянно... Они должны с собой общаться, да, это более тяжеловесно. Поэтому они общаются по UDP, когда один шлет в одну сторону. Да, ему пофиг, дойдет, не дойдет. Если что-то по пути потеряется, либо перепутается, не так важно. То есть запомните вот эти вот простые вещи, буквально 6 слов. Запомните, а, даже 3 слова, потому что они... Ну да, антиподы. Антиподы, как это, есть синонимы, есть антонимы, да? Угу. Просто надежность, упорядоченность и тяжеловесность. И запомните handshake, классное слово. Если вы на собесе используете слово handshake, то есть они с собой... Между собой договорились, руку пожали, что, мол, готов принимать запросики. Все, отлично. И пример вот этот, что UDP можно использовать, допустим, для стриминга данных. Либо когда нам не важна целостность данных, а просто вот, не знаю. А для чего да. они этим интересуются, нас не совсем делают? Потому что для чего спрашивают такие вопросы да, на собесах? Смотри, работе, да, да, давай в работе, я объясню. Смотри, первое это... В работе, опять же, ты обычно не спускаешься до этих уровней. Ну, до да, транспортного да. Ты не спускаешься. Потом, еще зачем в работе? Первое в работе — это ты не спускаешься, то есть незачем, да? Первое — это незачем, да, да, да. Очень редкие проекты, это все, что я говорю, оно там 99%, да, есть какие-то проектики, там, где это все-таки нужно использовать. Окей, на работе зачем оно еще может быть? Ну, есть какие-то системы там, где тот же стриминг видео, да, почему бы и нет. Какой-то проект со стримингом видео, либо что-то аналогичное может быть. Это, короче, ключи к тому, чтобы пройти собес, типа... Это ключ к тому, чтобы пройти собес, именно. Ты показал, что ты задрот, да. Что ты даже такую хуйню знаешь, и ты говоришь, да, значит, да, ты знаешь. Да, 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 да. Ну, если мне нужно, допустим, создать или проверить, работает ли там какой-то на сервере определенный, точно... Ну да, ну когда тебе важно, что придет в ответ. Ну, да, 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 да. Важен ответ. А UDP это в одностороннем направлении. Я не знаю, да, да, нет, ты все правильно говоришь, да. UDP в одностороннем порядке. Хорошо, ответил, что на работе это обычно не нужно. Потом, сейчас, зачем я вам это рассказываю, это чтобы пройти собес. Потому что если вы уже вот это расскажете, даже с вот этими, с кружками, кружки возьмете, попросите водички там или эти стаканчики, то этого будет с головой, скажут, вау, лайк, красавчик. Не подходит. Там, раньше, копать там. Да. Теперь я вам отвечу на вопрос, зачем это задают на собеседование. Есть какие-то варианты? Ну да, нет. Да, Дмитрий? Ну, половина вопросов на собеседовании, она состоит, ну, она вообще, чтобы там откорректировать зарплату, чтобы отсеять из тех, кто просто ничего не хочет делать, чтобы оценить адекватность. Оценить, типа, в принципе, как человек реагирует на вопросы, которые он не знает или знает плохо, да? Выходить из ситуации. То есть это, в принципе, короче, оцениваются общие рабочие какие-то навыки человека, а не знания. Да, да. Ну, а допустим, зачем спрашивать TCP и UDP? Ну, если оно на практике не используется. Глубину знаний. Глубину знаний, да. Общая такую образованность. Насколько войти. Ты задрот. Насколько ты задрот, как да? Близко там, к мидлам или еще к кому-то, там, если там дальше изменяешь работу. Ну ладно, я вам сейчас скажу вот аргумент вообще. Чтобы валить. Ну, не то, чтобы валить. Первое это, потому что больше нечего спросить. Да, да, реально. Ты приходишь как новичок, как трени на собеседование, у тебя спрашивают очень банальные вопросы, которые потом у мидлов, у синьоров не спрашивают, потому что у тебя нечего спросить, у тебя нет опыта. Если бы у тебя был опыт, тебя бы спрашивали по твоему опыту. Часть вопросов была по технологиям, по твоим знаниям, а часть вопросов была бы по опыту. Так как у начинающего разработчика, айтишника опыта нет, то его нужно хоть что-то спрашивать. Поэтому и задают вот такие вот вопросы. Ну, это такой самый стандартный вопрос, часто вылетает. И еще почему задают этот вопрос? Чтобы пообщаться. То есть собеседование — это часто про общение. То есть не так важно даже, что ты рассказываешь, но все равно, когда ты что-то рассказываешь, тебя слушают. То есть бывает, человек приятен тебе в общении, неприятен. Как он выражает свои мысли? Последовательно, либо параллельно? Да. Просто пообщаться.
То есть ты ему начнешь рассказывать про рукопожатие, он там скажет, вот, не знаю, а я там расскажу историю, вот у меня есть брат, у которого сильное рукопожатие, он сегодня не пришел на лекцию. Конечно, да? Дома, да. А интервьюер услышит меня и подумает, а к чему ты это вообще сказал, как вы сейчас все подумали, это к чему? Ну, вам пофиг, да. Но я вам говорю, что собеседование – это очень часто про общение именно. А кого любят они, вот эти, или это все индивидуально? Все индивидуально. Иногда ты приходишь на собеседование к какому-то задроту, и если ты такой весь… Раздолбай. Да, раздолбай, общительный, людей не боишься, то он на тебя посмотрит, подумает, не, мне такой в команде не надо. Не драчит. Да, мне нужен какой-то… Ну, не будем аутист говорить, да. Ну, ну, такой какой-то, который боится людей, скажем. Замкнутый, да, да, да. А кому-то наоборот, придешь к активному, ко мне на собес ты придешь. Если ты на собесе не улыбаешься, шутки мои не понимаешь, тупые, то я скажу, ну. Ну, как бы, ну, а с кем я буду шутить, когда мы на проекте вместе будем работать? Или в игровой там за кальяном? Ну, как-то. Да, поэтому все индивидуально. И обычно, я вам скажу, я замечаю, что так по фирмам, вот есть какая-то фирма. Там, где большинство таких задротов просто замкнутых, которые боятся людей. А есть фирмы, там, где наоборот, все веселые, позитивные, активные, там, разносторонне развитые. Какой-то все такая команда. Да, все да, это. Да. То есть я думаю, это на этапе собеседования это как-то регулируется. Те берут себе тех, а те берут себе тех. Как в секту, да? Как в секту, да. Ну, я так и делал, да. Типа, если на веселее все берем, если какой-то этот додик, то на... Вот, если какой-то додик, то зачем его, да? А, допустим, какой-то додик придет на собес к какому-то додику. Да, и они уже... И они такие, о, давай обсудим с тобой, что обсудим, там, не знаю... Математику классно преподавали. Да, 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 как там мы любим, не знаю... Блин, сейчас про себя буду говорить. Играть в шахматы, настольные игры, там, такое... И они такие, о, а ты играл в ту настолку? Да, играл. И сразу там уже такой коннекшн между ними, TCP handshake произошел в воздухе. Такой глаза в глаза просто. Окей. И теперь бонус, господа. Вот это просто киллер, вы просто убьете любого интервьюера, потому что я уверен, что больше половины программистов не знают про протокол Quick. Разработан в 2013 году Гуглом. Он тоже на транспортном уровне, на четвертом. Он их конкурент. То есть Quick, как мы прочитали, очень классно. Вот здесь в Википедии, смотрите, бам, как умею. Это Quick, это. Сейчас, Quick, UDP. Вот, экспериментальный, разработанный Google. Так, а где же я читал, что он представляется? Надстройка над UDP. Quick UDP. Во, класс, вот это мне нравится определение. То есть Quick протокол – это надстройка над UDP. Но что гарантирует нам? Разработан Google в 2013 году. Сейчас многие Google сервисы даже в браузере уже используют Quick протокол, потому что он надстройка над UDP, но он нам дает преимущество TCP. Он надежный, упорядоченный и легковесный. Потому что так исторически сложилось. Если бы сразу в первый день разработали протокол Quick Google, и все системы уже в интернете были бы на протоколе Quick. Сейчас недавно только основные браузеры начали нормально поддерживать протокол Quick. То есть пока есть база, которая... Ну, вот это еще 100 лет будет. Да. Это как IP, V4, да, типа, есть уже 6-й, надо все менять. Да, да. Все менять в падлу, системы очень сложные. То есть представьте, если я вам какой-то всего лишь Uber показываю, который вот так вот выглядит. Ну да. Или какая-то самая простая приложуха вот так выглядит. А как выглядит весь интернет, когда эти все системы в сборе? А прикинь, перевести все с TCP, UDP на Quick. Это каждому Uber, каждой программе, каждой системе, каждому компьютеру, просто тупо всем придется менять протокол. Протокол, то есть придется менять договоренность между собой. Но еще есть минусы. Допустим, те еще общаются на том протоколе, а этот уже, ух, короче, сложно. То есть запоминаю. Quick — это надстройка над UDP, которая гарантирует надежность данных. Да, все, что надо знать на собес. Если вас спрашивают TCP, UDP, вы что говорите? Да, конечно, могу рассказать разницу
транспортного протокола, настройки над UDP, который разработал Google. Quick в 2013 году. Quick. И финальный. У меня еще член огромный. Да, да, да. А интервьюер такой сядет, такой, так, какой Quick? Что он мне хочет сейчас рассказать вообще? Ну, много кто просто не слышал, потому что, опять же, никто не спускается на эти уровни. Почему знают разницу между TCP и UDP все? Потому что на собесах спрашивают, все готовятся так же само, как я вам сейчас расскажу. Да, да, да. Есть план, что спрашивать. И есть план, что отвечать, да. Да, Дим. Это новое, это ребенок, типа, он и мама, и папа, и больше мамы. Да. Ну, то есть это отдельно. Это отдельный протокол. Ага. То есть он возможен, можно не использовать вообще UDP. Да, он сам по себе. В чем суть надстройки? Надстройки, то, что он гарантирует, у него там есть образно, сейчас покажу, может где-то есть. За основу взяли. У него все равно. Качество я его понимаю, я не да. понимаю. Обертка, не знаю. Ну, значит, для его использования необходимо использовать и UDP, и Quick. Есть на том же статье, кто-то ответит, что он UDP, типа, это, короче, как что-то новое сорсовское вышло. Так, смотри, Дима, для тебя загуглил за 5 сек, смотри. Короче, там. Работает поверх протокола UDP. Как тебе это объяснить? Обертка. Обертка. Да, то есть он использует, да, UDP, но это надстройка над UDP. Обертка. А, то есть это сверху, без, короче, где Москва, без UDP, оно не будет. Да, да. То есть, куда я зашел? Что-что? Да дома почитайте Википедия. Ну, Википедию это опять прочитал, очень интересно, но ничего не понятно. Что, мужика включить, да? Как там говорил? Нет, все тоже понятно. А, уже чуть-чуть понятно. Так, куда это я зашел? Ладно. Опять много этих сокращений. Все, протоколы запомнили. В принципе, по OCI модели это все, что надо знать. Если вот это еще раз, там я видос, если закину, еще раз пересмотрите, то вообще на собесе будете просто отстреливать. Окей. И, господа, я вас хочу поздравить, что сегодня мы разобрали две очень важные темы, кстати, не менее важные, чем DNS, URL, domain и так далее. Клиент-серверная архитектура, как работают запросы у нас между серваками, и OCI-модель, как у нас данные двигаются. На самом деле, когда ты работаешь как разработчик, как программист, ты себе это все в голове абстрактно представляешь, как мы мяч перебрасывали. То есть ты себе не представляешь, что ты про DNS, resolving имен забываешь, ты про OCI модель вообще никогда не думаешь, ты думаешь только про то, что так, я нажимаю кнопку, бляу, шарик, пошел запрос, шарик. Иван, а там запрос в базу, там запрос в кэш, то есть мы абстрактно себе это так, программисты, представляем, что вот запрос это шарик, полетел, чук-чук, все. То есть вот сюда мы не углубляемся никогда. Потому что если сюда углубляться, то так, пошел запрос, так, это он прошел через 7 уровней, так, а в этих уровнях еще что-то произошло, так, это у меня TCP, либо UDP, либо Quick. Ну, это знать не надо. Об этом вообще не задумаешься. Так, хорошо, давайте MMS, и потом я, может, подсуммирую и закончим. Кстати, сегодня по времени мы нормально вложились и даже чуть раньше закончили, при том, что я 20 минут настраивался. Окей. Давайте я такой даже. Я просто боялся часто перебивать, типа думаю, вдруг не влезет. А, не-не-не, перебивай, все влезет, всем лезет. Давайте спойлер вам расскажу, чем мы в следующий раз будем учить. Ха-ха, не расскажу. Интрига. Расследование. Я не палил вроде, типа, следующий. Нет, я не палил. Не-не-не, Иван, ничего такого не было. А я не говорил, что в следующий раз, может, через раз. Посмотрим. Ну, одно. Посмотрим, да, ну как, посмотрим, у нас может лекция следующая будет чуть-чуть необычная просто. Так, хорошо, ну и вот мы MMS читаем. А, вот что я так не парю, потому что я единственное, что учил, ты вспомни, биологию. Единственное, что я учил, да? Ну это жизнь, ну то есть мы сейчас учим такие базы, что да, мы потом задумаемся так, хорошо, если нам введут чип, ты потом начинаешь думать, а куда будут запросы идти? А по какому протоколу? А где этот сервак? А откуда будет питание?
А как вообще, куда эти данные будут внедряться, эти биты? Биты, замечу, единицы, нольки, нолики, да? Куда, да? Ну, то есть, как-то не работает вот эта логика с чипами, когда что-то начинаешь понимать в этой теме. Диски не надо, только разделение не смотришь. Разделение? А, фильм «Разделение»? Так, хорошо. Давайте еще кое-что вот здесь на диаграммке глянем, и все, уже побежим. Лица у вас, в принципе, я еще вижу так не уставшие, еще даже пару улыбок через одного так. У вас там улыбки. Это единичка-нолик. Единичка-нолик. Не, не, нормально. Ну, то есть я ж по лицам тоже смотрю, как вам тяжело, не тяжело, уставшие. Если что-то вижу по лицам, вы как этот вот мужик. Давайте еще раз включу. Мне нравится просто. Я уже 1005 раз. Нихуя я не понял. Ну, очень. У вас на лицах очень хорошо у всех. Главное, у всех одновременно. Вот если я что-то рассказываю, вы такие все напряглись, это, то вот это как у мужика. Очень интересно, но ничего не понятно. Так, хорошо, давайте, раз уж у нас время осталось. А, так мы просмотрели получение пользователей, да? Что мы там с токеном? Ой, класс. Мне очень нравится. Хорошо, ну давайте я скажу вопросики, вы скажете, вопросиков нет, и разбежались по домам. А обычно... Да вы смотри, ты смотри, смотри. Ладно. Обычно на собесе по всему парку? На собесе... По всем 16 или выборочно? Давай, посмотрим. Резюме, да? Обычно... Если то, что указано, то написал, то все ну, там, допустим, 80% спросят вашу время. Да. Когда как? Ну, сейчас в основном онлайн. Ну, если... В основном. Извините, да, да, если конечно, рассказывай. На журнале, мне кажется, у тебя написано, что ты знаешь там JSON и Node.js, и там дальше, 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 то тебе по-любому это спросить. Ну да, потому что больше нечего по опыту спрашивать. Еще, да. Такие, а ты либо просто вырубишься пробить, или у меня был один раз, когда я написал ключевой по факту не знал. Меня точнее спросили, знаешь, такие, как типа пишутся функции в Excel, а я такой, ну блин, ну типа да, я знаю. Ага, потом меня спросили, я такой, нет, нет. Да. Ну и казалось бы, типа, это такой простой вопрос, но. Слушай, спасибо, что рассказал, потому что я вот хотел, я это всем рассказывал уже давно, пацанам точно на прошлых курсах рассказывал, Михаилу 100 раз рассказывал. Если что-то не знаешь, говоришь, я не знаю. Ну вот, вот не знаю. Так мы учили наших ребят, которых мы учили. Да. Если ты что-то не знаешь, но ты знаешь, что ты когда-то, типа, я объясняю, говоришь, как, я спрошу, либо я гляну в дневнике. Да, да. Либо говоришь, я не помню, но вот могу конспект открыть. Либо я иногда могу, ну я могу, конечно, наглеть, но уже как бы лычки позволяют. Да, я могу спросить. Допустим, меня какой-то вопрос спрашивают про CI-модель, там про какой-то протокол, с которым я никогда не работал, вообще непонятно, зачем это надо. Я могу наехать и сказать, говорю, а у вас на проекте это используется? Они говорят, не используется. Я говорю, а зачем спрашиваете? Ну, вы так не делаете. Вы так не делаете. Ну, то есть, не-не-не, быковая. С какой целью интересуешься, слушай? Дядя. Да, да. Ну, иногда я так спрашиваю. Не, и обычно это нормально воспринимают. Они говорят, не, ну да, вот это я, конечно, спросил херню, если честно. Нет, пидор ответ. Нет, пидор ответ, да? Не, какой-то, ну, додика на жопу посадил, он сидит, думаю, ого. Все. Так, о чем мы? О собесах. А недолго вообще по времени делать? Или... Полтора часа. Мы потом отдельно, у нас может лекция будет для тех, кто собирается собеседоваться, для тех, кто будет искать работу, у нас отдельная лекция будет. Чтобы других ребят не грузить, кому это сильно не надо. И бонусный урок, типа поддержка, ты не переживай еще. Не переживай, давай, все нормально будет, да, ты что-то не очкуй, да. Да, поэтому не бояться на собеса говорить, я не знаю. Это нормально, это отлично. Даже на работе иногда что-то спрашивают, а ты такой, тебе, ну, как-то, не знаю, какая-то психология наша интересная, что нам тяжело сказать «я не знаю». То есть мы не хотим показаться какими-то дурачками. Даже я вам на прошлой лекции объяснял, что я не знаю, вот это как DNS работает. Я вам примерно рассказываю то, что вам надо для собеса. А как оно там, может, я там что-то перепутал? Ну, это ж такое. Ну, я ж не могу все знать. Да, для бесплатного курса вам вот так вот, да. Если не знаешь, то это окей. Окей, Вадим, у тебя вопрос был. А где токен хранится? Где токен хранится? А вот это мы разберем на теме, когда вот сюда зайдем, вот здесь. Вот эти раз, куки и local storage. Это в браузере внутри. Разберем, где их смотреть, как их можно подменять, как они отправляются на сервак, как они с сервака приходят, и мы их сохраним.
Да, в браузере. Да. А инсту уже ломать, я вам скажу. Кого ломать? Инсту. Инсту ломать? Да, инсту тоже будем ломать. Да. Не, так без шуток. Не, надо... Не, так вы посмотрите, что я вам покажу по инсте, вы подумаете, ого, что так можно было. Так, хорошо. Так, на твой вопрос ответил, еще вопросики? Не? Все? Да? Все? Что на следующем? Плиз. Плиз. Ну, ты первый начал спрашивать, ты ж с рукой, ты ж с рукой. Но у меня вопрос, если какая-то флудилка или чат вообще, куда можно? Флудилка чат добавлю. Да, ну там больше как я в канал сбрасываю домашки по теме почитать. Да, я за инвайт. Тебя и Влада, кстати, да. Да, да. И там под домашками там комменты открыты. То есть я отдельный чат не делал, потому что вы там вдесятером начнете писать, там будет очень много. А отдельно под домашками комменты. В комментах пишешь вопрос, я его вижу, господа его видят, кому не лень ответят. Ну, я. Да, кому не лень. Да. Вот. Так что где спросить можно будет. Окей. Вадим, пожалуйста, вопрос. Какие следующие темы? Какие следующие темы? Там где все. Я просто не решил. У нас просто следующая лекция может быть немножко в другом формате. 13. Понял. Все, тогда да. Ну, по логике вещей мы же так смотрели клиент-серверную архитектуру, а клиент-сервер общается по HTTP. Да, вот, вот это смотрит туда, да? JSON смотрит в ту сторону. Кэш, куки, да? Ну, то есть вот эти темы, они связаны. Я один Чукс. Немножко больше не понял, но очень... Ничего не понял, но очень интересно. Интересная тема. Ничего, Иван, разберем. Смотри, ты в прошлый раз знал, что такое клиент-серверная архитектура или OCI модель? Не знал. Сейчас но уже... OCI я знал, потому что ты мне сказал выписывать, и я все гуглю, что я не знаю. Я не знаю ничего. Да. Ну, а сейчас уже знаю. Когда кьюкумбер, я думаю, блядь, это что, типа, мужиком быть, что... Кьюкумбер? Не, кьюкумбер уже не знаю, это уже устаревшая штука. Кукумбер, вообще-то, среди автоматизаторов это кукумбер называется. Ну, это я так подшучиваю. Опять же, тупые шутки, как заказывают. Да. Все. Так что все разберем, Иван, все слова будут понятны. Хорошо. Следующий у нас, спойлерить не буду, там следующая тема нарисована у нас. Все, полетели. Я надеюсь, это все снималось. Надеюсь, надеюсь. И ссылочки в группе, ссылочки в студию. Да, ссылочки будут. Можешь не думать вашу личку, чтобы Миша не делал. Фу. Опять же, жду. Мне очень нравится, что после прошлого раза мне Женя, Рома, Вадим, Иван, Юра, Михаил и Костя. Да, Костя. Мне оставили фидбэки. Ну, то есть, обратную связь. Я думаю, в этом...